стоило напрашиваться. Будь начеку. Ну, наверное, одного огра я оставлю. Это лучше все же рубаки. Ну да. Ну да. Коль я хожу первый, я оставляю тройку. Так у меня много двоек. Много комбинаций. Ну, это красота. Да, 1, 2, 3. Четверку еще найти вообще здорово. В одной из коробочек вкусняшка, в другой гадость. Вот это гадость какой-то. А, я могу это убрать, но, наверное, мне лучше достать собаку. Я не знаю, я не уверен. Нет, ладно, я беру. Я пойду по кривой. Нет, хода следующего. Я, наверное, придет собаку не доставать. Плюс даггер. Ну, конечно, а то чё? Какие-то гадости происходили сегодня весь день. Тут можно и ободриться. И мне совершенно плевать, если он решит выстрелить зомби. Окей. Я могу остальное сделать, но это, наверное, не серьезно. Да. Ну да, давай. Тигра лучше поставить. Ну, еще шестерка есть. Ну что, начнем? Так. Вопрос. Да не давай. Ну, если ты пишешь, значит, не забанил же. А, так. Ну, я могу, конечно, стянуть. Ну, нет, стянуть совсем беда. Давай так сделаем. И тогда не в этом же... этот кидай. Как он называется? Не на твич кидай. Какой-нибудь СК-2 ТВ. А я уже тогда эту ссылку перекину. Окей. Я предпочитаю действовать в одиночку. Умри, и стань одним из нас. Ну, Flame Strike это и он сделает, да, он мне убьет практически всех, но 4 урона он получит, еще один с даггера, то есть ему будет больно. 100%. Ну, это какая-то, не знаю. И теперь, сделав Flame Strike, я скажу, что ты идиот, но ты очень везучий идиот. Ага. Мои глаза все. Так, ну я его убиваю. Нас ассасинейт и все. Во имя себя. Иди сюда. Умри. Ты стань одним из нас. Изи 7-0.
Ну, я думал, там плюшевый дезвинг. Я должен защитить природу. А там... Будь начеку. Даже не буду тогда чатики в другие копировать. Эх, Скарлетт, Скарлетт. Не, ну не знаю, может быть 2-2 я буду там. Может быть. Все посмотрим, что он сделает. Если достанет через мэнк 3-2, я сделаю 2-2 100%. Почему у тебя КС на немецком? Пробуди в себе зверя. Кто же его знает? Да, это больно, скажу я вам. Ну ладно, у меня есть 3-4 на следующий ход. Потом я смогу достать вот что-то типа такого. 8 урона за ход. Бабах-бабах. Ничего себе от тебя, какие Скарлетт подробности. Не стыдно тебе при всем честном народе в таком сознаваться? Тебе понравится мой новый рецепт. Ну, ладно. Я, конечно же, должен его убрать. Это наш город. Ети. Ладно, я могу ассинейт, но нет, ассинейт это не то, что надо. Это будет лучше. Просто ассинейт. Это Ераса. Нормально дела. Называется, столько мучений я в варенье, что можно... Столько мучений за арену, что хаос и паника стало на моей голове. Давай, ну, скорее всего, мне не понадобится дагер. Я сделаю пятерку дагер на следующий ход. Давай начнем. Пока есть возможность. Тоже верно. Скарлетт. Окей. Блин, это гадость какая-то. Что вообще происходит? Ладно. Давай 8-8. А ты скажи, ты умеешь заплетать косички? Ты меня заплетешь? Если что. Ладно, у меня есть заморозка еще. Не стоит со мной шутить. Или ассасинейт. Наверное, надо ассасинейт делать. Ассасинейт заморозить дагер. Ассасинейт заморозить. Не, мне нужно его доставать, потому что. Ну, может, мне нужно больше существ на столе. Это все. Во имя Сильваны. Давай так.
Я вернулся. Ну конечно, после самое время. Ладно, я все равно могу зачистить это. В этом хоть радость. Небольшая радость. Ладно. Скорее всего, я проиграю здесь. Положи это яблоко себе на... Ну, его я, видимо, убью. Блин, это больно. Ладно. Окей. Я не хочу, чтобы у меня тигр умер. Ну, свайп меня себя в лицо убьет. Это не свайп. Это не свайп. Это я тебе сейчас буду быстренько лицо уничтожать. Хорошо. Я не расстроен. По этому поводу. Ну ладно, я дам 5-1. Я тебя все равно не убиваю. Не, это не такой прущийся, как маг. Я чувствую, что топ-дек ему не будет летал, не принесет. Ну да. Здесь я заслуженно переборол. Твоя душа будет моей. Ну, я хочу второй, ура. Будь начеку. Вот это мне не надо. Вдруг я оставлю. Хотя можно было бы оставить и вообще все, но... Не, не хочу. Да, вот собака здорово. Намного сильнее рука становится собакой. Учитывая, что 3-2, 3-1. Сразу же. Ну ладно. Я могу дагер просто достать. Тут ничего страшного. А это не четвертый ход использовать. Нет, тупой! Давай начнем. Я могу ударить, сейчас убить 2-1. 2-3, вернее. Зачем это делать? Затем, что... Я больше потом отличу себе здоровье. Хм. Не, мне кажется, это неправильно. Это глупо. Давай начнем. Может что-то пойти не так, и я не хочу. Не, просто я ему 2 урона наношу, тоже неплохо. А ну, в очередь! Ладно, это я тоже уберу. Я достану. Этого я могу на следующий ход убрать. Если мне, конечно, оставят 3-4. 5 урон могу нанести. Ну, это круто. Серьезно? Ну, чем ты это делаешь? Я тебя подменю. Ладно. Не, достану собаку. Дагер.
Даггером я пока биться не буду. Если он мне его заново достанет, то, пожалуйста. Я не против. Кобра как старт комбинации. Нет, что другое. Хорошо, я это легко убираю. Не, не буду делать. Во имя Сильваны. Значит, я могу сделать очень быстрый темпо-поп, но я умру от АУЕ. И мне не хочется умирать от АУЕ. Поэтому я просто даггер достану. У меня и так на столе все очень здорово. Ты об этом пожалел. Я с особой доставкой ему отправлю сейчас. Yep. На следующий год могу сделать вот эту комбинацию. Все здорово. Без деньги! А ну, в очередь! О, вообще комба зашла. Да. Это надо. Давай. Во имя Сильва. Думал, вообще сыграет ли за всю арену хоть раз? Не, ящер. Ну вот, сыграл. Очень неплохо сыграл. Еще один Hellfire. Да, скорее всего, еще одно UE. А Shadow Flame. Да, пожалуйста. Две карты дрона. Угу. Я могу использовать как старт комбинации. Я еще один ход продержусь. Давай, я достану сначала тебя. На следующий ход я достану проклятие рыцаря и всадника Shadowplan. Shadow этот Siphon Soul будет? Нет. Нет, нет, нет. Ладно, вообще-то мне больно. Больно, ну ладно. Я не думаю, что он меня сможет убить прямо сейчас. А вот я его могу убить. Два Пойра Рвелминга убьют, да? Или какой-нибудь Арджин Командер Пойра Рвелминга? Нет, этого ничего не будет. За тобой. Ну что значит арена, на которой вот тебя не наказывают? Ничего не переезжают, никаких, я не знаю, переворотов жестких нету. 9-0. Изи-пизи. Будь начеку. Диалот. Разумеется. Окей. Пас-пас. Ну, не оставлю. Не знаю. Так. Не, мне кажется, зомби лучше, чем вот этот парень сейчас. Я сейчас уже оставляю монетку. А это очень важно. Пожалуйста. На следующий ход я могу сделать монетка вот этот и вот этот. И это будет очень круто. Время крушить. Да, вполне. Ну, хотя сейчас мы посмотрим. Может быть, я просто
попаду сюда. Если попаду, достану 4-3. Нет, не попал. Во имя Сильваны! Это наш город! Ничтожество! Кажем им! Не очень хочется, к сожалению, мне гадюку доставать сейчас. Поэтому следующий ход, наверное, будет просто раненый рыбака. Ну, я хрен его знает, может, я какой-нибудь фан-оп-нет сделать. Просто даггер вряд ли. Да, у меня проблема, конечно. Вот следующий ход я не знаю, что делать. Если не четверку достанет. Ладно. Ну хорошо, тогда в этом случае я и достану и змею. Ну хотя зачем? Змея по-любому берет. Ну 2-1 у меня останется. Ладно, давай. Ну я как старт комбинации могу использовать. Да, я не буду доставать змею. Старт комбинации, вот для чего она нужна мне. Новый даггер, я не против. Потому что его тройку я, скорее всего, убью с помощью особой доставки. Сразу. Не очень хорошо. Ну, так. Да, точно особая доставка идет. Желательно, конечно, 4-2. Спасибо. Далее у меня 6-ка есть. Вот, а потом я уже буду комбинировать. Что-то придумывать. Эй, может договоримся? Ивисрайт? Ивисрайт. Да, я разменяю. Значит, у него 3 карты в руке, а у меня 3 карты в руке. Стол за мной с солидным очень существом. Ну, у нее на 10 хп меньше. Я чувствую, что, конечно, преимущество на моей стороне. Двигаться. Ладно. Я, конечно, могу сделать гадюку. Нет. Давай, даггеры в лицо. Я их оставлю. Коль он так резко нашел на моего 4-7 ответ, я, наверное, подожду немного. Кстати, я могу и в него попасть. Давайте вот даггером. Ну, могу лучше ударить так и... Фейс. Просто как, наверное, достану его. 5-3. Да, давай. Я, конечно, мог выстрелить сюда и убить его даггером, но зачем, если он мне все равно будет его вот так убивать? Практически 100%. Да, ну убрать 7-5, 4-5, ну здорово же будет. Здорово. То есть, может, меня как-то наказать каким-то, я не знаю, ремувалами? Интересно. Да, это будет плохо, но я не думаю, что у них 2 карты и 2 ремувала. Как-то слишком перебор будет. Ну да.
то это бы желательно, конечно, убрать было бы, но ладно. Окей, я пойду в лицо. Во имя Сильваны! Во имя Сильваны! Да, Грул он прям четко говорит. Все, надо идти строго в лицо. Других вариантов нету. Все на свете и в лицо. Убивает мне змею. Сап. Я его убиваю все равно. Умри, умри, одним из нас. Буду сражаться с честью. Первый хожу. Будь, если я хожу первым, мне не нужен, конечно, главарь просто. Мне нужны другие двойки. Дело сделано. Счастливого праздника зимнего счастливого покрова. Праздника зимнего покрова. Давай без флеймжанглера только. Не надо мне убивать 2-1. Мастер фор батл. Чертов мастер фор батл. Блин, ну это жесть. Что ну ладно. Жанни? Да, это плохо. Как я в нему соскучился. Ну давай. Похоже, я проиграл. Так вот, сразу с хода. Ну да. Что делать? Давай еще одного 3-4 достанем. Дурацкий мастер фор батл. Ну ладно, Агарта все законтролил. Ладно, я могу достать Дага. Свободно отправляйся. Это еще ерунда. Мне нужно максимально быстро играть. Я сделаю так. Следуй правилам. Моя самоволка взрывается очень редко. Да. Ну, хоть здесь не выиграл. Ну, наверное, Си Джайанта надо мне доставать. Что приказание? Да. Окей. Сейчас у него хранительница удара окажется, и это будет плохо. Услышь, зов света. Ну, это, наверное, не так страшно. Так, что я буду делать? Достать тебя. И тебя, достать тебя. Наверное. Может быть, лучше тебя убрать. Нет. Мне пока не нужно играть. Ты играешь им плохо, ну ладно. Ну
Понятно. Давай начнем. Ладно. Хоть как-нибудь бы забрать стол. Хоть на 4 хп. Окей, у меня есть шанс. У меня есть шанс. О, я даже его... ему в руку верну. Я предпочитаю действовать в одиночку. Да, давай тебя мы вернем. Давай начнем. Это в лицо. На следующий ход я тебе наношу 6 плюс 16. Ой, а темный летал есть на следующий ход. Так, ладно, пока летала нету. Ничего страшного. Ничего страшного. Неплохо сыграно. Покажем им милосердие гномов. Плевать. Ну, даже если талант был, там плевать. Паладин с Мастер Фор Баттл и двумя легендарками. Окей, откатился. Никакого лакерства. Чисто на скеле. Не тоже? Будь начеку. Не тоже. Я что, дрюк оставлю. Это пас-пас. Вот начинается 11-3. Сейчас. Я обижу сейчас на вас. Счастливого праздника зимнего покрова, герой. Окей. О, о. Не надо, не убивай мне его. Не убивай! Не убивай! Оставь! Покрова. Прошу! Прошу, оставь! Что приказать? Больше дрова. Эй, а ну отдай! Го-го, повер соров! Что такое? Много-много радости, не сомневаюсь. Дай мне подумать. Ну, ладно, я не против. Даже так. Не, если я их двух достану, то конфигурация будет очень такой. Не очень хороший. Давай начнем. Наверное, я просто тебя достану. Ну, пусть ударит по 3-2. Это не страшно для меня. Ну, как бы 3 урона получит. Да, для него это как бы здорово, но... Я планирую его настолько быстро убить, что... Что он офигеет. Примерно так. Хорошо. Уничтожил мою карту, уничтожил. Ну ладно, у меня все равно еще нормальный. Привет из огромного мира. И сейчас он вообще офигеет. Во имя Сильваны. Давай начнем. Теперь, я думаю, он уже лучше понимает, что я намерен его убить очень быстро.
Вообще, я мог просто лицом удариться и сюда не биться. И зачем я это делаю, я не знаю. Ну ладно. Неважно. Да, я сделал легкую глупость, но это уже не важно. Это уже не важно. Ну да. Пейс, пейс. Ну, убивает меня одного. Я могу вернуть его. Наверное, похитителем сейчас верну кого-нибудь. Я глупость же, да, сделал. Мог вообще вот этим ударить спади. Да, наверное, надо. Да, надо было делать так. Ну ладно. Следуй правилам. Вообще, настолько унизил. Унизил по максимуму. Жду приказаний. Не. Никаких шутки плохи. Никакие шутки плохи. Никакие шутки плохи. Фейс, фейс, фейс. Рена Джексон? Покажи нам силу Рена. Консекрейшн. Не будет же парсер? Жду приказаний. Победа. Не будет парсер. 12-0. Первый 12-0 в этом году. Первый 12-0 в этом году. Самоуверенность еще поубавить. Что это меня поубавляет, самоуверенность? Да, ОПСная колода получилась. И... вот. На этом мы и закончим. Характеризовывать происходящее. Да, золота у меня все равно мало. Мало. Это 100... Это 90 плюс всего. Плюс 90 золота. Да если не золото, то...